Вышли, ульты даем на вход, негейт. Тезер. Негейт. Кастуем 3, 2, 1, каст. Вот здесь прямо в нас сзади. Даю второй туда. Накрыл. Мне вообще ничего не дали сдать. Кастуем через 3, 2, 1, каст. Они что-то выходят из амбара. Палятся! Падают, потому что. Еще и масло льют. Я не гейт готов. Кастуем 3, 2, 1, каст. Против парень. Сейчас добьем наших отрезами, все хорошо будет. Они вышли. Так, Лестрайт, где лежишь? А нет, заходит, теперь заходит толпой. А, готов, не гейт, готов, не гейт, готов. Мульты кастуем 3, 2, 1, каст. Так, не гейт. Пошли ульты. Тот метеор. Вот что, не гейт? Бля, я за этот замес сдал 5 тезеров, короче. Серьезно. Господи Иисусе. Сколько их тут? Они идут. Они что, не все сюда что ли собрались вообще? Видимо, теперь все. Надо 4 масла ставить. Как в компании, нужно уничтожить амбар, его поглотила чума. Среди прочих. Так, давайте что. Давайте квесты сдаем и едем к Фригилу, вот. Будмайн. И сейчас красные, короче, блинца, где лет на толпу синих, вот эти танки. Я хочу развязку. Кто компанию Варкрафта? Они такие пробежали по моему другу, потебагали его. Сейчас их просто раздавили. Кто компанию Варкрафта проходил за Альянс? Только ты проходил. Ты не проходил, Рэд? Если только 10 лет назад. Там помнишь, первая так... миссия за людей, миссия была, бля, нужно уничтожить амбард, а он типа заражен чумой, блядь, да, вот да, так. Да, 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 да. Была так.